Добрый вечер всем, добрый вечер, Дима. Очень бы хотелось сейчас находиться среди вас и разделить торжество момента, но, к сожалению, я нахожусь в Америке и, пользуясь случаем, хочу передать огромный привет всем тем людям, которых знаю заочно. Знаете, в жизни иногда случаются встречи с людьми, с которыми пазлом складываются твои интересы, твои желания, твои мечты, твои цели. Вот таким человеком стал для меня Дима, и у нас как-то сам по себе создался творческий союз. После выхода нашего первого украиномовного альбома мы решили воплотить в жизнь идею с нестандартными музыкальными инструментами. Так родилась наша Венера. Я очень надеюсь, что этот проект позволит Диме занять более достойную нишу и расширить географические горизонты его творчества.